Чем могу помочь, господин? Меня прислал Бенджамин Франклин. У него к вам просьба. Франклин? Он сказал, у вас есть необычный металл. Он просит отдать его мне. Тут такое дело. Дайте его мне. Зашел тут один малый подковать лошадь. Время нынче такое, железо не достать. А детей-то кормить надо, а? Уж простите. Ты пустил его на подковы? Ага. Красиво вышло. Прямо очень. А тот малый сразу уехал. Он в крепости служит. Вот ведь на то ты идёт. Поверните, пожалуйста. Проклятый призрак. Где же ты? Мое безумство. Не уйдешь, не удачи!
за ним! Да, ты от нас не уйдешь! Ну и жара здесь. Я растопил печь посильнее. Чтобы расплавить этот металл, нужен очень сильный жар. Вы его достали? Надеюсь, у вас есть лом. Зачем? Сэм и Ганадоган с отрядом ушли на Бостонский перешеек. Надеюсь, дойдут. Надо догнать их как можно скорее. Сперва мы это расплавим. Потом мне понадобятся чертежи. Я отдал их на хранение моему офицеру. Его почти всегда можно найти в таверне. Добудьте их, и я точно воссоздам нужную форму. Пиво, что ли, ему помочи? Меня послал Бенджамин Франклин. Прости, дружище. Хочешь что-то? Обыграй меня. Нет, у меня мало времени. Играй или уходи. Ладно. Только побыстрее. Слыхал про заварушку сегодня ночью? Ну и битва была. И битвой ты не назовешь, просто бойня.
Патном облапошил целый отряд. Просто смешно. Что значит облапошил? Как по сидящей утке стрелять. Глухой. О чем ты говоришь? Представь, Патном пустил слух, что капитан стражи сочувствует повстанцам. Обхохочешься. Что? Старина Патнем выманил всех красных мундиров на бостонский перешеек и просто выкосил этих дураков. Ты это точно знаешь? Я сам там был. Видел, как Адамс испустил дух. Хватит. Взять его. Неужели он сказал правду? Адамс попал в западню? Я должен узнать.
будет, гаденыш! Тебе конец! Ты уже труп! Часть формы Сэма. Все в крови. Томагавка на Догана. А это... его пальцы. Я должен знать точно. Нужно найти свидетелей. Вернемся. Хочешь ускользнуть, гаденыш? Просто ужасно. Ужасно. Повстанцев попросту смяли. Невиданная бойня. Их всех перебили. Теперь мы доберемся до Вашингтона. Боже, что случилось? Перешейк был ловушкой Патнема. А Адамс? Ганадоган? Они все погибли. Что? Надо бежать! Надо выбираться отсюда! По суше путь отрезан. Мы уйдем морем. Да, морем есть прекрасный корабль. Но меня знают, я не могу разгуливать так. Я вас замаскирую. Отличная идея. А пока дайте мне чертежи, и я вточу заготовку.
мрачный вид. Вот он! Приготовиться! Приготовиться! Он пытается ускользнуть! Пиво, что ли, ему помочились? Готовься! Свидетели есть? Ко мне! Слегка тесновато. Как я выгляжу? Нелепо. Можно было бы и соврать. У нас проблемы. Один из наших. Поставишь нам выпивку? Из кабачка нас вышвырнули. Вот же проблем. В чем дело? Тебе не нравятся наши лица? Не отставай! Минутку, капрал! Да, сэр. Ну, нет, так тебе не вставать, не правда ли? Я просто молчу. Мистер Фолкнер, сэр. Кто это? Что за... Франклин? Это просто маскировка. Негодяй! Ты отнял у меня корабль! Тише, мистер Фолкнер. Мистер Франклин теперь на нашей стороне. Помогите нам.
С какой стати? Вернете себе корабль. А? Причал охраняют, как зеницу ока. Если скажете, что нужно делать, я это исправлю. Ну, попробуйте. Надо отшвартовать аквилу, чтобы мы могли отплыть. А я покамест попробую собрать команду. Затем убьем охрану и отчалим. Беспорядки в Лестинсоне и Конкорде были в форме пресечены. Надо поговорить. Отстаю!
подкладыш. Вот он! Пустим кровь! Аквила готов. Команда с вами? Они здесь. Драться могут? Моряки-то, они всегда дерутся. Идем. Брат,
Готовьте корабль, я их задержу! В воду, парни, в воду! Стрелки! Прямо у меня на лодке! Остановите их! Стреляют Фолтера! Он у меня на лодке! Задружен! Только попробуй шевельнись, и он труп. Отзови людей и сдавайся. Нет, Радун Хагейду, нет. Заткнись.
Я совершил столько зла. Все, Скипетр. Но это не важно. В каждом человеке таится зло. Яблоко лишь будет его. Я знал, что пристань — ваш единственный шанс. Он пытал меня, брат. Ганадоган, мне все равно! Земля! Не может быть.